всем привет! Это канал «Стол пацана». Меня зовут Рома, Дима, Серега. Yeah. Это Вова. И мы едем в прекрасной машине. Великолепные красоты. Немножко нам тесновато, совсем чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Место вспотело. И сиденья кожаные к нам попались. Кстати, кожаные сиденья, да. Кстати, да, здесь натуральная кожа. Если делать обзор на эту машину, то здесь... Какой здесь пробег? 25 тысяч. 97-й год. 97-й год, 25 тысяч. Ильдар, автоподбор, привет. Это классная тачка, поверь. Мы на скором коне. Тебе нравится наша поездка? Поездка? Нравится, все хорошо, отлично. Я люблю приключения, конечно, не до такой степени. Я надеюсь, у меня пока хороший, свеженький и адекватный видочек. Смотри, как классно. Мы приехали в другую республику, прилетели в том самолете не просто так. Сегодня нам предстоит очень интересное, невероятное путешествие, приключение в дикие, в глухие места. В места, где уже давно не живут люди, кроме одного человека. И нам очень интересно узнать это, показать вам, узнать самим. Мы очень долго думали, что мы можем привезти ему, не знаю, в подарок. Все, что мы туда привезем, это, ну, это знак внимания. Мы голову вчера ломали, что ему можно купить, что ему можно привезти. Надеемся, что наши подарки будут в тему. Мой инстаграм @стол_пацана. Подписывайтесь, пожалуйста. Я вас там всех очень жду. Вчетвером. 3 часа по трассе. Вот на этой машине. Но сейчас мы съезжаем с трассы и выдвигаемся в глухие леса. 40 километров от трассы по плохой дороге мы едем на этой машине. Мы в нее пересаживаемся и едем в то место, где раньше была деревня. Сейчас там остался один дом, и в нем живет один человек. 50 лет он живет совершенно один. Мы хотим понять, почему он там остался, почему он не уезжает оттуда. Хотим, чтобы он поделился с нами и с вами каким-то жизненным опытом. Особенное видео непростое для нас, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, поставьте лайк. Ваша активность нам очень нужна. Мы выдвигаемся, начинаем. Поехали. Серега отказывается пригибаться. Я не хочу садиться, уже надоело. Я что, тут приседаться что ли должен? Вот надо, нормально, вот, голову, опа, на, папа, как, ну погоди. Вот, летит уши вот так вот, вот. О! Давай. Форсаж отдыхает. Стой, стой, Ваня. Забломитель. Серега, ты решил дерево сломать? Серега, нет. В общем, мы проехали где-то 20 километров, ехать еще 20. Дорога, ну, камнистая, здесь, конечно, проехать на какой-то обычной машине нереально. А мы едем в то место, где раньше жили люди. Сейчас там, о, смотрите, какая штука. Сейчас там живет только один человек. Пробираемся по дороге, где не ездят машины регулярно. Вот у нас очередная преграда, это большая ветка. Прям водитель рукой ее аккуратнее, только на меня не сделай ее. Мне кажется, что ветки на меня ударят, потому что уже получил я по лицу пару раз. Это видео мы снимаем, потому что оно интересное, потому что это интересная история, интересная судьба, интересный опыт, интересная жизнь.
Да, ветка забыл сказать. Да, Серег, спасибо. Он говорит, ветка забыл сказать. Мы очень стараемся, и нам очень нужна ваша поддержка. Ну, прям вот активность нам очень важна. Чтобы YouTube нас двигал, чтобы были просмотры. Нам нужно, чтобы вы были активны. Нам это важно, честно. Серега пошел. Ломать. Ну, нормально. Ты хочешь, чтобы... Ну, Серега, только не отпусти, я тебя умоляю. Только не отпускай. Вот ты лазь. Да куда? Ты нормальный ты человек, сумка моя. Стих. Ну а куда ставить ногу уже получилось? В общем, нам осталось ехать 8,6 километров. Сейчас будем переезжать какую-то речку и, наверное, там сделаем остановку, немножко перекусим. В общем, не без приключений мы добрались до ручейка. Здесь красиво, здесь хорошо. Это ручеек, это не речка, Дим. Вообще-то это река. Ну, вообще-то это море. Звери приходят на водопой. Сережа что-то уже смастерил. Сережа тоже на водопой пришел. Ты это, Сереж. Я хочу сделать такой ровный плотей, как водопад. Вода вкусная. В общем, сделали мы небольшой привал, я немножко окунулся, как смог. Там вон там вот, Серега разводит угли. Ну что, есть царапина? Не знаю. Вова переживает, потому что сказал дядя? Ни единой царапины. Ни единой царапины. Приятного аппетита. Взаимно. Как остудить сосиску, если она слишком горячая, а ты на природе? Забота, видите? Лайфхакер Сергей. Да. Хакер отдыхает. А я процветаю. И рулю. И пользуясь случаем, хочу вам рассказать о одном событии, когда люди объединились вокруг одного хорошего дела. Хочу вас познакомить с ребятами, которые делают русские гусли. Казалось бы, кому они нужны? Но на самом деле, когда в 2018 году пожар полностью уничтожил их производство, благодаря всенародной помощи они не просто отстроили заново мануфактуру, но сделали ее еще лучше. Оказалось, что наша культура и такие элементы, как гусли, важны для народа, это здорово. Сейчас ребята запускают серию фильмов о неизвестной народной культуре. На самом деле мы много о ней не знаем, и это очень здорово поддержать их проект. Ссылка на их канал будет в описании. Переходите по ней, подписывайтесь на канал, поддержите хорошее дело. Они создают рабочие места в глубинке и сохраняют наследие наших предков. А мы садимся в буханку и едем. Ребята? Три километра нам осталось. Проехали мы уже несколько, сколько часа? 2-3 мы едем. Осталось прям совсем немного. Мы подъезжаем, аккуратней, палка, ветка. Серега бежит сзади, потому что он, я не знаю, как это объяснить, почему он решил пробежаться. В общем, у него много энергии. Смотри, кто-то бежит. Смотри. Где? Вон. Там, прямо на дороге. Косуля, что ли? Или кто? Где? Вот там впереди. А куда она убежала? По дороге побежала. Ух ты, куда мы выехали. По поляну, да? Да, слушайте, прямо из чащи, из леса мы выехали вот на такое вот поле. Мы уже сбились со счета, сколько часов мы едем. В общем, весь день мы пробираемся по горной дороге. Сейчас уже выехали на какое-то такое более-менее открытое место и увидели там вот за поворотом сток сена. То есть там уже жизнь, там уже его дом. Сейчас мы туда подойдем, подъедем и с ним будем общаться, знакомиться. Здесь такие виды, такие поля. Луга. И вот один дом. Здесь вообще больше ничего нету. Только один дом. До революции в деревне было порядка 120 домов. Кипела жизнь, играли дети,
Но при Хрущеве деревню признали слишком отдаленной и неперспективной. Жителям посоветовали уехать. Люди собрали свои вещи, разобрали дома и уехали. Уехали все, кроме Кензигула. Дом 23. А где остальные 22, как минимум? Остальных 22 нет. Видимо, они здесь стояли также. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут ехали-ехали. Весь день ехали. Меня Рома зовут. Меня Дима. Меня Серега. А вас как зовут? Зовут меня Шалимгареев. Очень приятно. Как вы тут живете? Нормально пока. Сколько вам лет? 87, блядь. И сколько времени вы здесь совсем один живете? 76, вот я один живу. 76-го? Это братом домишки жили. Потом они выехали, ну как, я один остался. Это почти 50 лет? А где остальные дома? Остальные разные, они у меня уехали. А где еще дома здесь стояли? Вот, на поляне было. Дома с собой увезли, да? Увезли, на трактор увезли, на космоскале. А почему вы решили остаться? Я охотник был, охотником мы здесь лучше, конечно. А звери сами приходят сюда. А какие звери? Звери и медведи, и вообще, а сюда и кабаны все проходят вообще. Вот в этом году вот, медведь здесь полна будет, потому что там черемуха есть. Как это происходит? Вот вы увидели медведя, он вас увидел. Медведь умный зверь, не трогай человека. Рядом ходишь, не трогай человека. Если не раньше, тебя не нападает медведь. Умный зверь вообще. Как максимально близко вы подходили к медведю? Блин, мы стояли, понюхать и все, и спокойно уходит. Вам нравится здесь? Да, я вообще не нравится, потом отсюда никуда не выехал. А когда вы последний раз были где-то в городе? В 67 году. К вам же кто-то приезжает сюда время от времени? Приезжает, в Халимот. А как часто он приезжает? В субботу только приезжает. Он ведь работает инженером, лесником работает. Угу. Лесником работает. Только в субботу, в воскресенье мы отдыхаем. А может покажете, как вы здесь живете? Что у вас здесь интересного есть? Можно? Покажите. Покажите, пожалуйста. Экскурсию нам. У врача последний раз дедушка был еще во времена, когда служил в армии. Лучшие лекарства, по его словам, это травы, родниковая вода и чистый воздух. А вы дрова, вот как вы? Дрова заготовляли уже. Сами? Видишь, сам. И если мы на сани, то сам вожу. Сам. Из леса? Оттуда, ага. А как вы там? Вы там деревья рубите или собираете? Какие-то упавшие или как происходит? Я люблю эти, на бензопила и что-то. Ага. У вас есть бензопила сам, и вы? Сам возили это трава, все. Вот это все вы сами привезли? Вот это все трава дедушка привез сам. Этот забор, ага, вы сами делали, да, я так понимаю? Ага. Здорово. Пчелы у вас, да? Пчелы. Покажите тоже нам. Кусаются они? Я слышу прям этот гул пчелиный. Я думаю, что вы слышите этот гул. И у вас есть этот мед, который вы здесь делаете, ага, дома? Есть, да? Да. Здорово.
У вас сейчас есть какие-нибудь домашние животные? Лошади есть. Лошади есть? Лошади в лесу ходят. А, лошади ходят в лесу. А сколько у вас лошадей? 10 голов. 10 голов? Да. А чем вы здесь питаетесь? Что кушаете? Хлеб. А что еще, кроме хлеба, кушаете? Через неделю хали, были на них сюда, все равно приезжают. Хлеб, продукты, меня привозят. А сами, какими продуктами вы питаетесь, которыми вы сами выращиваете? Морковь, свекла, лук посадили там еще. Молодь, вас тут это земля, картошка посадили, скоро можно окучивать. Это картошка, да? А, вот, ничего себе. Можно одну попробовать? Можно, пожалуйста. Спасибо. Вкусно? О, и дрёненький лучок. А здесь вы воду берете? Да. О, красота. Нельзя, нельзя. Обалдеть. Вот это да. Её пить можно, да? Можно. Это исток, это крыша исток, это голубой глиня, из голубой глиня выходит. Вытекает. А вы моетесь? Ага. Где? Около дома я мою. Я месяц один раз моюсь только. Месяц один раз. И зимой, и летом. Один раз в месяц? Один раз в месяц. У вас здесь красиво. Вообще хорошо. Особенно для охотников хорошо. Для охотников хорошая здесь территория. Вы сами когда последний раз охотились? Как пенсия? На пенсию я пошел, я бросил. Пенсия у меня 4000 рублей. 4000 рублей? 4000 рублей, да. На охотников заработка не бывает. Вот, сезонные работы. Летом крот ловили, 20 дней. А зимой десятку не надо сдавать только. Норма такой. Так получается. Пенсия 4000 рублей. А есть что-то, в чем вы нуждаетесь? Так в жизни? Нет. Ничего не нуждаюсь, пока все хватает мне. Получается, вы живете счастливо? Я счастливо, конечно. Я здесь родился, а здесь живу. Вот это вы косите. А-а-а. А покажете нам? Можете показать? Покажете? А вам не скучно одному? Нет, нет. На вашем городе меня скучно, а здесь мне не сидеть. А чем вы здесь занимаетесь? Вот вы утром встаете, что вы делаете? Утром на нее я дальше встаю всегда. Потом завтракаю, тарабак хожу. Пока. А потом? Потом отдыхаю. Я ведь теперь не молодой, целый день не могу работать, не могу два часа. Работаю немного, потом отдыхаю. А у вас, получается, я вижу, электричество есть, потому что там солнечная батарея, да? Нет, солнечная батарея есть, электричество. А на сколько хватает, если у вас все перебоев нет, все работает, да? Только как немножко становится, она горит, как расцветать, сами потухнет. Холодильник есть у вас? Холодильник? Нет, нет, вообще не надо холодильник меня. Зачем там все хранить? Портящееся что-то? Сметану? Мясо там? Я мясо не кушаю, у меня ни одной зубы нету. Угу. Масло, а сметану тоже не кушаю, меня не нужно. Хлеб, суп, и картошка, вообще ничего не надо мне. Если вы можете показать нам, как у вас дома? Ну, пожалуйста. Было бы здорово. Вы только вдумайтесь, он вообще не видел современный мир, не представляет, как он выглядит, не знает, какие сейчас ездят машины по улицам, как одевается молодежь.
Раз в две недели к дедушке приезжает его племянник, который привозит ему продукты. Он же установил дедушке солнечные батареи на крыше. И из средств связи с цивилизованным миром у дедушки есть только старенький радиоприемник. А что в мире происходит вообще, знаете? Я не знаю. Кто президент нашей страны, знаете, допустим? Я знаю. А, допустим, президент Америки, знаете, кто? Не знаю. Америка не надо. Я не знаю. В 2015 году, в март месяце, американцы на Марс летали. Они как вернулись или нет? А там что они видели? Я, честно говоря, не знаю, но на Марс никто так не долетел. Летели. Нет, сами не были, были какие-то марсоходы. Вообще не точно. А вообще, как у вас поступили дела со стиркой, вот вещами, как происходят дела? Ну, вот вещи же надо стирать. На речке. На речке? На речке. Это вот с мылом или как, с порошком, да? Иногда порошком, иногда мало. Зимой, брат, на корыте умываешь из дома. Это воду, так сказать, дома, да, снимать? Это вот на печке разогрели, постирали? Как, братан, останется тепло, тогда все вместе стираем. А сколько лет этому дому? 150 лет. 150 лет? На дети стоят. А у вас есть какие-нибудь ваши фотографии? Хочешь посмотреть, да? Очень. Честно говоря, любопытно. Это картошечку чистите тут. Ага. Это ваш племянник, да, с семьей, наверное? Да. Это уже интересная фотография. Шамечка тоже. Вот, знаешь, тут. Плотничаете, да, тут? А здесь кто изображен? Моя сестра с мужем. А это? Мужем. А это? Это же моя сестра тоже. Это ваша сестра, да? А можно я этот чехол посмотрю сам, старинный, вот этот вот? Это чехол, да? Да, так интересно. В 41-м году здесь магазины продавали. Я первый класс этой сумкой ходил в школу. С этой сумкой? Да. Ничего. В 41-м году мы эти магазины купили. То есть прямо вот здесь в селе был магазин? Нет, там продавали. Продукты свои лошадь из Асфарва сюда возили. Ага. Продукты. Ничего себе. В 41-м году. И пошли с ней в первый класс, да? Ага. Первый класс с этой сумкой я ходил. Но мы на самом деле хотели вам подарить кое-что. Выйдите на улицу с нами. Давай. Ну мы... Признаться, не знали, что вам можно привезти. Мы привезли продукты. Чай, печенье, хлеб. Вот сыр еще привезли. Да, спасибо. Здесь крупы всякие разные. Я извиняюсь, что у нас помялись. В общем, упаковки. Мы ехали в кузове, и на них падали мы, в общем, на эти упаковки. И у нас есть еще вам подарок. Что это такое? Ну, открывайте. Самые хорошие вещи у меня фонарик надо взять, конечно, фонарик, обязательно надо. Мы надеемся, что мы угадали с подарком. Он, знаете, чем хорош? Что его можно либо веревочкой на шею повесить, ну, в крайнем случае, либо в карман убрать, то есть он вот совсем маленький. Да, маленький надо, мне в кармане таскать. Да, и он работает мне большой не надо. Часов 6 беспрерывно на двух батарейках.
Батарейки простые или вот, заряжать надо? Или... Пальчиковые, обычные простые батарейки, мы вам их... Большое спасибо вам. Мы вам их и батарейки привезли. Мы как раз самые нужные, это фонарик мне. Вот вам еще один подарок. Что это такое? Вот, доставайте. Лопата, да? Нет. Это не лопата, давайте. Похоже на лопату. Держите. Я не понимаю, никак не понимаю это. Не понимаете, что это такое, да? Не понимаю. Это топор, да? Да. Причем он очень острый. С этой стороны топор, здесь молоток, а еще, покажи. Вот, смотрите, еще так откручивается. Пила. Сюда. Она сюда вставляется. Она вот так вставляется обратно. Прикручивается. И получается, что здесь пила. Аккуратнее, только топором, он острый. Я уже давно мечтал такую это, пила иметь. Маленькая. А, маленькая пила. Это. Смотрите внимательно. Это чехол, не знаю. Это костер разводить. Огнево. Вот прямо об этом можно черкануть, и будет огонь. Искра. Большое спасибо, мальчик. Вот они вот так вот сюда вот. Оп, вставляется. Мы уже прощаться будем, мы уж поедем. Ладно, большое спасибо вам. Подарок добавили, продукты привезли. А вам спасибо, что вы уделили нам время, что вы с нами пообщались. Нет, время, целый день мне время есть. Можно вам руку пожать? Можно, пожалуйста, давай. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Большое спасибо вам. И вам тоже большое спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, спасибо вам. Спасибо. Что скажешь? Что я скажу? Да. Для меня сегодня урок много что было. Вот, вот мы сегодня ехали, да? И мне понравилось одно, когда мы спросили, а что ты делаешь, когда ты увидишь близко к медведю? Легко подходит, знаешь? Он говорит, а что делать? Ничего. Все нормально, и уходит. Понюхает, говорит, и уходит. И уходит, да. Вообще, да, я вот этого, А мы тут ехали дорогу, столько обсуждали. Потом, что мне еще понравилось? Это то, да, что вот люди научились ценить свою вот родную землю. То, что здесь вырос, он никуда не поехал. И реально вот это любит свой край родной. И вот это вот меня вот потрясло. Я со своей стороны, наверное, хочу сказать, что мне очень напомнила эта история. Ну, больше года назад это было. Мы приезжали на Кавказ, в горы Кавказа. Знакомились там с человеком по имени Дахир. Такое же аккуратное хозяйство. То, что также живет один. И вот смотри, вот этот домик, да? Вот смотри. Вот он просто стоит здесь один. Смотри, какие луга красивые. Там невероятные травы. У меня слов нету. Друзья, мы очень надеемся, что вы смогли испытать похожие эмоции на наши через экран, хотя понимаю, что экран немножко не то. Спасибо, что вы нас смотрите. Мы вернулись, снимаем ролики. Каждую неделю будем дальше выходить, каждый понедельник. Подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Подписывайтесь на мой инстаграм, это очень важно. Я туда выкладываю свою личную жизнь. Мы туда выкладываем то, что не вошло в кадр, то, что за кадром съемок. Слово.пацана. Наш новый выпуск через неделю. И спасибо огромное спонсорам, которые нас поддерживают. Без вас, наверное, бы... Мы не смогли бы вот так вот слетать, подснять такую историю. Увидимся в следующий понедельник. До встречи. Да, до свидания.